Доброе солнечное утро, друзья! Я приготовила себе кофе. Вот так вот я порезала рыбку. Уже готовы мои бутербродики. Буду завтракать. Марусю проводила в школу. День начался. Время 9:30 утра. Сегодня у нас Бэко, установка посудомоечной машины с 9 до 10. У меня полная раковина посуды. Хочу сразу проверить, как работает моя машинка. Я позавтракала, проводила Марусю в школу. Уже загрузила стиральную машину, постельное белье. Так удобно вообще, когда имеешь сушильную машину, можно иметь один комплект постельного белья, одно полотенце. Очень удобно, потому что ты постирал, тут же высушил, и у тебя снова есть чистое полотенце, чистое постельное белье. Ну, для разнообразия в жизни, конечно же, я купила несколько комплектов и несколько полотенец. Как говорится, полотенец много не бывает. Покажу вам красоту и виды мои. Плюс 26 на улице. Плюс 26. Вон море видно, если приглядеться. Там горы. А чем же я сейчас займусь? Я же купила эту пластиковую коробку для медикаментов. Вот хочу разложить свои лекарства, которые привезла из Таллина. Вот мой эльтероксин. Пожизненно его принимаю. Гормон этот. Обезболивающее привезла с собой. Это от суставов. Это папочка мне положил. А чё? Господи, коробочка пустая. Так, пантенол от ожогов. Короче, все эти лекарства, и в пакете там у меня что-то есть. Парацетамол. Значит, переложу сюда и посмотрю, подойдет у меня или не подойдет по размеру. Вроде подойдет. Займусь этим, пока жду Бэко. Бэко вообще не пунктуальный. Вот вообще. Весталь, так они за минут 15 раньше приходят. А Бэко на 2 часа опаздывают. И буметин обезболивающий. Всего 2 пластинки у меня. Посмотрела срок годности. Срок годности большой, поэтому коробку выкину, чтобы не захламлять. И от парацетамола тоже срок годности 2 года. Через год все равно буду перебирать. А может даже использую все эти лекарства. А это я привезла от укусов комаров и от ран, от ссадин. Очень такое универсальное средство, хорошее, кстати. Я думала, что в Турции много комаров. Ну вот, друзья, вот столько у меня лекарств. Короче, только-только впритык. Ну, может быть, из-за того, что упаковки оставила на некоторые лекарства от кашля там. А так, в принципе, хорошая такая у меня коробочка для медикаментов. Ко мне прилетает кума из Таллина 23 октября. Надо будет попросить ее, чтобы привезла мне некоторые лекарства. В Турции нету смекты, например. В вашей аптечке лучше ее иметь, эту смекту. Я привезла очень много активированного угля. Вот, на всякий случай. И смекта мне не помешает. Надо будет еще эльтероксин маме заказать, чтобы она у врача выкупила для меня. Вот так вот. У меня уже постиралось белье, сушится. А в 10 часов прислали смс Бэко, что они приедут с 3 до 4 дня. Вот такие вот безответственные люди. Буду мыть посуду, а что делать? Держать вот так вот грязную посуду до обеда я не буду. Пришел.
пришел мастер, собирает мне маленькие столики. А так как коробка была порвана, вы все прекрасно помните, то шурупов нету. И вот он сам в своей там коробочке ищет там шурупы, которые подходят, и собирает мне столики. Один уже собрал. Вот такой вот столик получился. Черненький. Шанелечка такая в шоке. Мастера проводила. Ну вот, про какие столики я вам рассказывала, друзья мои. Это турецкие столики для гостей, придиванные. Их три штучки, маленький, средний и большой. Вот пришли подружки, мы сели и пьем чай, пиво, вино. Ну, это уже что захотим. Быстро собрал мастер. Так что вот такие вот черные столики. Поставила себе в спальню этот самый маленький столик. Считаю, что мне двух будет достаточно. Это прикроватная будет вместо тумбочки. Поставила свою лампу. Так что придет кровать. Медальница все еще не на стене. Сегодня, друзья мои, должен прийти шкаф. Вот. Ну, сборку мы закажем на другой день. Сегодня только доставка. Дай бог, чтобы пришла. Так что вот такая вот у меня столик прикроватный будет. И лампа на ней будет стоять. Так, сейчас покажу вам, как смотрятся эти столики. Ну, вот так вот столики будут смотреться. Пишите комментарии, нравятся вам такие столики? Подушка от дивана у Маруси на матрасе. Ну и, конечно же, виды вам покажу, друзья мои. Как же без наших видов красивых? Вот вам, солнышко вам. Хорошего настроения вам. Горы. Та-дам! Пришел мой шкаф. Сегодня еще не соберут. Сборку мы закажем. А сейчас мы с Марусенькой поедем в магазин Адекс. Ну что, друзья, мы вышли из дома. Сегодня понедельник, кстати. Базарный день. На обратном пути, если он еще будет работать, мы зайдем, что-нибудь вкусненькое купим. Идем на маршрутку, потому что мы будем ехать в сторону форум магазина. Подходим. На университетскую уже еду уличную продают. А мы-то с Марусей хотели на обратном пути после базара взять еды ей и пойти домой. Так Маруся теперь переживает, что вдруг закончится. Сегодня рано он приехал. Почему-то обычно в 6 часов, а сегодня еще даже 5 часов. Маруся не стала рисковать, потому что там остатки сладких. Когда он успел это все продать? А вот такую курочку она не хочет. Она сухая. Она сухая на вид, поэтому мы купили, поставим коробку у него вот здесь, вот, и на обратном пути Маруся заберет. Надеюсь, что он не уедет за 2 часа. 5 часов стоим, ждем маршрутку. Подъехала одна маршрутка, мы в нее просто не вместились с Марусей. Ждем другую. Приехали мы в старый район. Вот магазин Адекс. Марусе здесь нравится одежда. Сейчас зайдем. Кто любит старые районы города? Вот, пожалуйста. Это после форум. Кажется, называется Божу, если я не ошибаюсь. Ну вот. Помогаю Марусе носить. Вот так вот я помогаю Марусе, а сверху положила, померю себе джинсы. Но все-таки уже холода, а у меня только одни зелененькие штанишки. Друзья мои, какой-то бесконечный магазин. Мы на первый этаж обошли, теперь поднялись на второй этаж. Все ходим, ходим, вещей куча. Зашла в примерочную, короче, померила джинсы, а они на мне просто слетают, девочки. Я себе что-то плохого мнения. Я, оказывается, стройняшка. Ищу поменьше размер. Совсем неподготовленная, пошла почему-то я в платье. Ну, вот такие вот
джинсики. Не знаю. Маруся говорит, что хорошо, а я не знаю. Вроде удобно. Затарились мы. Даже я себе джинсы и кофту теплую выбрала. Вышли мы из магазина, счастливые, довольные. На улице уже темно. Будем двигаться в сторону дома. Горшок купили в Шанельке. Так что смотрите, какое движение вообще вечерний Мерсин. Очень большое движение. Смотрите, друзья мои, кукуруза. Готовят, походу. Ой, вкусняшка. Марусь, хочешь кукурузу, нет? Орешки. Какой магазин, а? А мы будем ждать нашу маршрутку. А вон маршрутки. Я уже и кушать хочу. Вот маршрутки. Марусь, побежали. Много маршруток. Вот видите, Д-буковка. Это остановка. Остановка маршруток. Надо читать университет, чтобы было написано. Кафешки. Маруся бежит, бежит, и я бегу, бегу. Будем стоять, ждать. Мы управились, между прочим, за 1.5 часа. Выбрали одежду, купили, еще и зашли в зоомагазин. Так что едем на университетскую. А это старый район Мерсина. Доехали мы домой. Хочу показать вам, что у нас живут котики в подъезде. Вот так вот люди насыпают им. И КПДЖ тоже насыпает. А вот там тоже стоит и миска, и вода. И этот котик, который Маруся его Томом прозвала, так он приходит по лестницам туда-сюда, туда-сюда. Ходит туда-сюда. Маруся с уличной едой. А у меня гречка и крылышки буду доедать. И кабачки. Купили горшок большой. Но горшок в Турции не такой, как в Таллине у Шанельки был. Ну, надеюсь, будут ходить. Сейчас. Здравствуйте. 2.5 часа нас дома не было. Боже мой, какие заплаты. Слушай, это вот так вот ругает нас. Это так нас ругает, что мы ее оставили. Где мой сладкий? Ребенок мой. Упс, друзья мои. Марусечка, видно меня в полный рост? Да. Друзья мои, это мой шкаф. Посмотрите, пожалуйста. Вот я сегодня утеплилась. Вот такие вот джинсики. Не знаю, Маруся сказала, эти кофты очень актуальны, модные. Типа, они какие-то длинные. Я не привыкла к таким, ну, вот, длинным кофтам. Штаны я бы, конечно, я бы вот так вот подкатала. Одела бы свои кроссовки Nike. Ну, вот типа такого. Не знаю, что скажете? Красиво. Красиво? Собака вечерами гуляет, да, друзья мои? Так. Вот так вот. Но лучше без подкатанных. Без подкатанных? Да. У меня такое ощущение, что ты меня не снимаешь, Маруся. Снимаю. Без подкатанных? Да. Ну, как скажешь. Друзья мои, мы сегодня с Марусей были на шопинге, и Маруся тоже снимает на свой канал. Пожалуйста, подписывайтесь. Мы подумали с Марусей и решили, что одной моей зарплаты нам будет маловато. Пускай у нас будут 2 зарплаты, у Маруси и у меня. А то Маруся очень любит котов кормить за мою зарплату. Зарабатывает. Да, подписывайтесь на мой канал, называется Маруся в Турции. А что? Вон. Турция глазами подростка. А то некоторые подписчики, их 2 человека, считают, что я подавляю ребенка своим мнением, своим там, короче,
Очень сильно я воспитываю Марусю, но вот как воспитала, так воспитала. Посмотрите на ее канале. Вышли мы на вечернюю прогулку с Марусей по обновках. И самый прикол, смотрите, та-да! Мы в тапках! Ну а что делать? Жарко в кроссовках еще! Да, Марусечка? Ой, Маруся вообще с ручками, что у тебя на голове? Не знаю. Маруся говорит, мама, я хочу челку. Я говорю, ага, челку. Вот видите, как тут коты живут. Живут такой кот вот. Маруся его прозвала Том. Вот свет выключился. Шанельчика, побегай туда-сюда, чтобы свет включился. Видите, велосипеды стоят. Темно на улице. Ой, что-то мне жарко. 25 градусов вечером. Ну а что, нам хочется в обновочках, да, Марусь? Да. Вот так вот погуляем. Маруся говорит, пойдем на 3 часа гулять. В велосипедках новых. Маруся, что ты уже хрум-хрум? Что ты хрум-хрум? Тебя что, дома не кормят, ты у котиков воруешь? Ай-яй-яй. Небо без звезд, друзья мои. Со звездами. Где? Ну их не видно. Ну так их не видно, так я и говорю без звезд. Ну вон. Где? Вон. Ну вот Маруся две увидела и вам показала. Так вот мы на своей же территории гуляем. Шанельчика вот здесь в клумбах. В лимонных гуляет. А у вас какая погода сегодня? Пишите комментарии. Марусечка, мы с тобой должны еще мяч купить и здесь поиграть. Вот моя кума приедет, мы с ней здесь будем прыгать. Да, Олечка? А здесь КПДЖ живет. Благодать. Слышите, какая слышимость на балконах? А вот у нас нет балкона. У нас он застеклен. Стена снесена. Нам классно. Большой зал. Смотрите, где уместился котик. Вот тут, куда он спит. В коляске. Детских. Вот так вот. Ему хорошо там. Мы нагулялись.